Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» провели очередное заседание партийного часа. В связи с пандемией коронавирусной инфекции встреча прошла в режиме видеоконференции. Участники совещания подвели предварительные итоги депутатских рейдов по проверке качества благоустройства дворовых территорий в Одинцовском округе. Такой мониторинг проводится по поручению Московской областной думы и в ближайшее время будет продолжен.